Все, мы выехали из Гданьска и едем в Тчанку, к Лешику. Время уже 4:10. Начался дождик. Было очень жарко. Дождик, конечно, нам тоже не нужен. Но с другой стороны, и не так жарко, как было. О, какая церковь красивая. Умели люди раньше строить, не то что сейчас. Вот следующая какая-то вёска. Очень странно, деревья расположены, спилили деревья, а другие редкие деревья оставили. Почему все, вшиска не спилили, все под корень, почему оставили те, непонятно. Вот, пока ехали с Гданьска до Тчанки, осталось 63 километра. Можно сказать о дорогах. Дороги очень хорошие. Бардзо пекна. Файны дороги. Супер. Претензий вообще никаких нету. Очень хорошее качество покрытия. Красивый вид. Деревья, все как я люблю. Сосенки. Сосны, ели, все красиво. Отличная дорога. Почему я не обращаю внимания ни на одно название населенных пунктов? Я даже не знаю, где я еду. Не знаю, как называется этот город. Едем по Тчанке. На мороженое. Привет, привет, передавай. Привет всем. Чаще. Привет, Паша. Мы уже захватили Колку. Ну, он старый, фахверковый стиль у него еще. Это вот это называют фахверк. Как мы те деревянные вот это. Вот такие. Тут я, например, тем своим крайзлером тут не мог ездить. Он за широкий. Моя жена. Tym mostem ma jechać, to cała trzęsie się. Zawsze. Czyli Haroshi miała te... Ta, atliczna, ta. Wysoki pał. Ta, my teraz wjeżdżamy w Poznań. A tu Urzas jest od tej strony także. Znaczy Jeżycki, on nazywa się Jeżycki. Teraz ja mogę pouczyć mandat. Sprawku znaczy. Chłopa stoi. Infrakcja 500 metrów. A to jest Plac Wolności. Tutaj w 56 strzelali do ludzi komuniści i zabijali. Widzisz? Tam masz krzyż. Za 200 metrów skręć w prawo. A to jest skręć.
Skręć w prawo. Tutaj Hitler przybył. Tylko Rosji wyłączył. On był raz ruszył, nie? Był, ale roder odrestaurowany, a tu widzisz, to wszystko było zbite, te postraili. A to tutaj niczego nie było. O blin, tutaj są zakryli. Nie, tam pastuka znowu. Ach. Итальянский похож. Да, так, так. Так похож, очень похож. Ты видишь, видишь, кафе и так дальше, и так дальше. Да, то, они ściągali tutaj architektów z Italii, a tam można było организует, а был ликвидирован, их школу реорганизовали в польскую областную школу. А еще позже, когда пруссаки, немцы в конце 18 века снимают, они победили все польские школы.